богатым не стал. Может, это надо добиваться? Но это нужно добиваться тем, чтобы защищать свои интересы. Конечно. А инвалид все ближе к нам. Душить нас будут. Вот не надо доводить до того, чтобы нас задушили. Есть вопрос, вот какой наш интерес, Владимир Вольфович. Да. Наш интерес, чтобы Донбасс был российский. Наш интерес, чтобы русских нигде не убивали. Наш интерес, чтобы Донбасс был российский. Если бы там, где сегодня на Донбассе идет война, да, были бы финны, прибалты, поляки, я бы сказал, бей их, дави души. Ну это... Да. Вот такой вы я. Вот я честно говорю. Там нет. А поскольку там русские, я говорю, вот вам, Киев. То есть Киев уничтожим, сожжем Киев. То есть танки на Киев, Киев, да? Сожжем. Танки на Киев, да? Не танки, а напалм издалека. Напалм на Киев. Из Донецка сжечь город Киев. Вот так, господин Андрей Алексеевич. Да, давай проголосуем. Только потому, что это русские. Танки на Киев. Это война против русских. Киеве, они половина русских. Мы же пока боятся долбать по Белгороду. Владимир Вольфович, господин Вольфович, в Киеве Тише, половина пожалуйста. Русских, их тоже напалмом. А пускай выходят на Бещадь и защищать Россию. Так, а господа, не напалмом. Подождите,